Всем мяу! Это не Бабафилка, это Battlefield 3! Привет, друзья! По-прежнему Брейн и дядь Женя, мы угораем, веселимся, да? И сейчас мы спиздим танк. Побежали? Давай. Ты кто такой, падай? Ох, хорошо, хрена сказал. Его черканул. Танк уже занятый. Она занята, Жень. Занята. Пойдем другую снимем. Давай, да, снимем. О, машина или что это там? А, дерево. Там... А почему там дерево валяется? А я не знаю, как тут дерево вообще оказалось. Фристайл. О, детка, давай, я сел. И ты ко мне. О, подожди меня. А уже кто-то тебе сел. Сваливай нахер отсюда. Отнесу, уходи. Это место для движения. Что-то так лагануло, короче. Короче, братка. У меня для тебя плохие новости, братишка. Садись в джип. Братишка, вот лодочка, Жень, давай в лодочку. Давай в джип, я на джипе. Хочешь, я нырну? Ко мне нырнешь? Черт, такой момент эпичный был. Хорошо, я сажусь в лодочку тебе, давай. Вертолет, я валю. Меня убили. Твою же мать. КВК написал. Это было интересно. Я не знаю, что это имелось в виду, но надо поставить прицел получше. Я знаю, что это было. Это было тихо. Да, что-то такого рода. Ты заспаунился, нет? Нет, сейчас прицелочек поставим, хороший. Я думаю, где ты есть? Давай на джип. Мой джип, сучка. Ладно, давай садись, давай, садись, Жень. А, поехали. И я сел, все. Все сел, да? Давай, мой хороший, вези, Гургин. Смотри, истребитель. Где? Наверху. Где-то есть, да? Ой, мать твою. О, боже мой. У меня же яйца не железные. Что ж ты творишь, ублюдок? Дрова везешь, да? Ты ж не дрова везешь. Что это такое, блядь? Что за там сосиска лежала? Турбина, ну. Он такой сидит, такой охуенный весь. Как охуеть можно просто? Кто там стреляет? Смотри. Палит. Бля, где? Фавака. Какой фавака? Нюб. О май гад, был. Да, даже... Это тот, который за рулем был? Да. Да ладно. А что он думал, что мы делать будем, блядь? Мы что, терминаторы, что ли? Терминаторы. Короче, Жень. Давай возьмем... Что? Кого? Кого возьмем? Пойдем. Поехали, твою мать. Только ты смотри там аккуратненько, хорошо? Я постараюсь. Сейчас по ямочкам, по кочкам. Ямку бух. О, смотри, вон наша жертва. Жертва катаклизма. Хуярь его, блядь. А что я медиком-то бегаю? Боже, какой тупизм. Как его буду гандошить? Женечка, а ты где? Все, меня убили. Коптер 21. Я надо взять инженера, короче, с базукой. На, ёпты, как мне его вынести теперь? Не, а у меня граната вроде есть. Ох, ты загорелось все. Женя, беги. Пипец, живой пока, давай. Стой за мной. Слушай, надо взять этого инженера. Да, да, согласен, абсолютно с тобой согласен. Берем инженеров. О, стреляет. Кто там стреляет? Hell Towers. Резоните его, твари. Смотри, он в цистерне, короче, сидит. Четко замаскировался. Ну где? Панцирь какой-то, можно дислоцироваться. Нифигашечки вообще. Офигеть, что такое? Давай ты теперь повези, а я запушечку. Где тебя? Вижу я, сударь. Стой, не берите машину. Все, садись, поехали. Не берите машину. Дядя Женя возьмет. Да, я уже занял эту машину, поэтому. Он возьмет машину и меня отвезет. Не берите машину. Дядя Женя возьмет. Не берите машину. Может, нам повезет. Да-да-да-дан-да-да-дан. Танк, твою мать! Вали. Как, блядь, с чего? Вали. Ни хрена себе ты! Меня взорвали. Не берите машину. Вот так вот надо. А вы говорите, да-да-да, вот такая вот у нас легкая лирика. Лотничочек. Не берите машину. Стой, скотина взял машину. Не, стопешечка, не надо сигналить. У меня есть лодка. Хули ты думал? Я убью тебя, лодочник. Запрыгивай давай. Поехали. Не надо брать машину. Поехали, Жень, я слышал, что вот здесь хороший клев.
Нахуй войну, мы будем клевать. Давай, я взял с собой пулемет. Смотри, человек летит. Человек, смотри, смотри. Я не могу дотянуться с ним до него пулеметом, к сожалению. Женя, панал гандоша, Женя, падай в воду, Женя! Тихо. Саная вертуха. А, он падает. Вон, Жень, смотри, ты живой, да? Иди сюда ко мне, давай. Все вижу. Найс хакшот, детка. Блять, это враг! Че, лах? Че делать будем? Женя, поднимайся, не подними его, я перекрою дорогу. Давай, Женя, давай, быстро, Женя. Гандоша, вон он в воде, Жень. Вот так. Ну, Женя, давай. Все. Охуеть, можно. Вот это жир вообще был, да? Че будем делать, да? Че будем делать? Мы взяли и убили. Че будем делать? Петушар. Мы по одному убили с тобой, смотри. 4-1-4. Петушак решил поплавать. Ко-ко-ко. Такой, да? Пошел себе и плавает. И главное, он не понял, что делать, получается, да? Что там, ни ножик достать, ни стрельный. Слушай, вот это, конечно, сделано интересно, да? Да, было очень круто. Что нельзя достать? Это повезло, что мы вдвоем с тобой. То есть я ему мешал подняться, а ты успел подняться и вальнул его сразу же. Было круто, конечно, вот эта фишка была, да? Черт. О, боже, 20 секунд. Смотри, у нас в команде сколько папок, сколько у них там отцы просто. Смотри, 41-0, посмотри у него. У первого 41-0, у второго 21-0. Что-то здесь не так, походу. Что-то здесь не так. Да, что-то здесь нечисто. Слушай, а так мы выиграли. А прототипа, который у нас, смотри, 20 раз убили. Не 17. Да. Он только выиграл. И вот такие вот дела. Каналы Ноушехра. Ноушех? Ну, сейчас будет карта такая, да. Другое что-то. Ну ладно, хорошо, нам не привыкать, в принципе, попробуем внедриться, прижиться на новой карте. Хотелось бы, конечно, покататься. А это что-то здесь не надо кататься, нельзя? Посмотрим. Может и можно. Я просто на стандартных картах особо не игрок. Так что я не знаю, можно, не можно. А, можно, смотри. Вон мы дислоцируемся в корабле на авианосце каком-то. Проглючивает батлу, и оно так грузит. Эй, братка, нет. Стоп. На авианосце? Да, я тут. Ого. Тут очень эпично все. Слушай, я жду, пока ты подъедешь, чтобы мы продолжали путешествие. Так, я-то жду, у меня загрузка пишется пока. Загрузка, черный экран пока, видимо, батлу. Ладно, я тогда без тебя поеду. Хорошо. А ты сразу на мне. Дислоцируешься. Сейчас постараюсь. Не, все нормально, все хорошо тут катается. Ну, катается-то хорошо. Слушай, там это, как оно там, не амфибия, а как называется-то, плавучая херь? Плавучая херь, хорошо. Водоросль. Плавучая херь. Ну что, господа, сегодня мы анонсируем для военных США, это военнослужащих, новую какую-то морскую херь. Эта херь умеет плавать. Давайте стой, поаплодируем нашим ученым, да? Угадайте, как ее зовут? Пара-па-па-па-па. Херь. Тру-ту-ту-ту-ту. Херь. Эта херь может много чего делать, да? Пара-па-па-па-па. Херь. Так, я вижу джип. Это хорошо. Это хороший признак. Бля. Ты видишь, я иду к тебе, мой сладкий персик. Давай. Come to me, my little. Персик. Фролин, давай. Фролин? Фролин. Little Фролин. Ты где вообще? Где ты есть? Вот самый главный вопрос. Где ты есть? Я катаюсь, короче, тут по этому делу. Носхахарканальс. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Я Жень, ты вообще в игре? Нет, захожу. Вот у меня вылетела батла, как всегда. О, лодка пропала. Эпично так. О, лодка, пилотка. Лодка, батла вылетела, говоришь? Да, есть такой косяк. Так, не ладно, припаркуем свою корыто здесь, пойдем посмотрим, что там. Так, я пришел. Все, я на тебя сейчас, давай спаунись. Давай. Хорошо, жалим. Давай, сажусь. О, вот это я понимаю. Ну, поехали, короче. Шакай. Как ты видишь, у нас тут захват и точек. Да, ну, все, как обычно. Точки нормально, да. Да, какая-то а нам херь. Что точки, что не точки, что херь кулак. Какая-то. Нам пойдет все, мы можем все, мы могем. Так, Женя, прямо, прямо дуло выпрями. О, прямо дуло выпрями. Прозвучало классно. Бля. Может, еще мушкет показать, не? Ну ты дуло не выпрямил. Сейчас, подожди, я вырулю. Так. Слушай, с печенега просто в хламинос нас взорвали. Как так-то? Нет, он что-то предварительно сделал. Заминировал, походу, нет? Ладно. Зона контейнеров. Не хочу зону контейнеров. На зону не хочешь контейнеров? Не
хочу. Смотри, как лодки стоят. Жень, я буду вот эту брать. Давай, бери вот эту лодку. Мне кажется, она хороша. Лялечка моя, поехали, поплыли, моя сладенькая. Лалышка. Ну что, внучок, поехали, ёпта, я тебе карасика покажу. Мушкетик свой натер уже, да? Мушкетик натер. Смотри, как сейчас хуенчик будет. О, учись. Вражина, вражина, вражина. Где? Спереди был. Где? В контейнерах. В контейнерах вон, сидит мудак. Смотри, вон, вон, вон. Все, убил меня. Где? Вон там, в контейнере. Где? А, вижу, 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 бля. То ли бин, да? То ли бин. У него 100 здоровья. Отмочил. 39 не хочешь? А ты убил его? Нет, он меня вальнул, я поздно очухался. Так сказал он. Нет! Эмоции через край, детка. Я снова на зоне. А можно внутрь зайти? Снова на зоне? О, Жень, смотри, тут можно внутрь зайти. Где? Жень, Жень, Жень. Жень, Жень, давай вот сюда. Баба Брейн. Баба Брейн, да. Жень, да? Прикольно, слушай. Слушай, красивая какая. Угу. Какая? Еще выше можно. Алло-бо-е. Да, смотри, можно еще выше подняться. Хорошо, а, побежи. А, тут вертушки, да, точно. О, вот это мы умеем, мы могем. Угу. Угу. На танкере. А, ждем вертушку, я сейчас, короче, покажу тебе, как надо. Мы с тобой 2 недели на танкере провисали. Надо было воевать, но мы провисали. А, так, вертухи, вертушечки. Вертухи. А вон, смотри, сидит в этой фигне, короче, и гасит, смотри, по ним как. Какой-то минетчик. Бля, ох, бля, вертуха, вертуха! Бля, я упал, меня убили, меня Ми-28 жахнул, короче, тебя тоже, наверное. Ко мне, я на вертухе. К тебе уже кто-то сел. Есть места, давай. 2 из 2 написано, Жень. Как это? Я не могу уже, тебя уже гашнули, походу. Братуха, как же его скинуть отсюда, а? Блин. Так, я в какой-то хрени. А, вот, это хрень, короче, морская, я в ней. Я в какой-то хрени, да. Она неторопливо, короче, едет на базу. О-о-о. Она не торопится, ёпта. Она не спешит прям. Как Ютуб, не спешит, так и это. Хули ты стал, долбоёб? Не спешит, как петусара. Бля, она такая медленная, я быстрее доплыву, наверное. Я быстрее тебя, стерва. Да я плыву к тебе, давай. Подожди, я не могу на тебя заспаунить, потому что ты в воде. Черт, как это печально, ты бы знал. Печаль. Пищаль, туська. Хорошо, я сейчас тогда запрыгну. А я печаль. Вражина к тебе прыгнул, нет? Не вражина был? А-а. Плохо, жалко. О, давай, ТП-шься. Давай, все. Есть такое дело, все. О, а что в воде нельзя ТП-шиться? А вот, ну, как-то вот... Это огорчает меня. Так, давай будем тогда скрытненько как-то, да? Будем кемперить, получается? Не, скрытно просто пройдем. А стелс давай. Так, надо прицельчик поменять будет, я думаю. Надо офигенно аккуратно бежать. О, как истребитель пролетел, ты бы видел. Я бы вдул, да? Ты же мушкет натираешь, куда тебе вдувать? Танк. Блин, у меня нету. А у меня есть. Где танк? Я хотел подсылку взять, а у меня аптечка вывалилась. Короче, офигенно я танк взорвал. Аптечкой. Ты ему лечебных трав, да? Лечебных трав. О, овца, Женя! Какая овца? Не овца, черт, я думал, это баран. Машина. Ты думаешь, что это баран твой любимый? Я сел в машину. Сел в машину, как я-то. Центурион меня какой-то снял. Да, центурион, а у меня АМС-ЗУ-4. Центурион, твою мать, а? Инженеры, у меня будет СМАУ. СМАУ. Как СВЭК, так СМАУ. У тебя будет СМАУ такой, да? Я тебя потерял. Бля, я где-то тут. Я в какой-то херне сижу. А я на танкере, короче, оказался. Блядь, иду обратно. Нет, танкерь какая творится. Ась, я на вертолетике, хочешь, заберу тебя? Давай. Постараюсь. А ты долетишь? Ты сможешь это сделать? Конечно, я же ас, Пушкин. А, ты сможешь это сделать, братка, а? Братишка, я без проблем сейчас пролечу, подожди. Сейчас давай. Сейчас, подожди. Ща. Все, я, короче, вдвигаюсь, это, ты где? Где ты есть сейчас? Давай, я лечу, где ты? А, лал, давай я к тебе тогда, у тебя есть место там? Есть, я свободен, я один. Отлично. Я понимаю, что никто не решается к тебе ТПшнуться, да. В силу некоторых обстоятельств. Первое обстоятельство, наверное, уже... то, что они боятся умереть. О, уже а я не боюсь. А все, ты сел. Слушай, а кто еще? Тут смотри, 4 сидят. Нифига себе, да, твою мать. Ребята, а если падать, там вода холодная, вы не знаете? Не знаю. Эх, печаль. Женя, может, ты как-нибудь прямо прилетишь на базу? Я лечу же. Молодец. Походу. А что мне делать? Ты летишь, да?
Ну, наверное, скажешь, да. Когда падать? Я не хочу умирать просто. А что? Я тебе скажу, братишка, все нормально. Падай, сука! Над нас навелся. Да, это и мы знаем. Прыгай, 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 мать твою! Где вертушка? Бля. Прыгай, прыгай, прыгай. Ты спрыгнул, успел? Красавчик. Вражин! Господи. Жалко, слушай, с БМПшки вольны, ну так обидно. Обидно ебаная. Андонь его, Андонь, да? Андонь Петусар. Петусар не играет, я тебе говорю. Андонь Петусар, где он есть? Бля, где я? Где я есть, это именно правильно вот сказано. Где ты? Мы с тобой на какое-то говно сели. Как муха села на варенье. Поехали. А я веду эту херь. Влад пишет в чате. Здорово, бриняш! Здорово, бриняшки! Хорошо. А кто написал? Ой, слушай, это корыто ссаное, может быстрее передвигаться? Ну, как, знаешь, такое ощущение, как будто мы на какой-то впереди. Ой, не спеши, внучок, ща доплывем, ща все будет. Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел. Смотри, вертуха падает. Хуяк упал. Там упал, ты видел? А вот упал вертушка, да, там валяет, смотри. Время охуительных историй, друзья. Мы приплыли, ёпта. Куда? Я, подожди. А эта херь, наверное, еще ездит. Охуенчик вообще, я думал, она не ездит. Точно амфибия саная, давай, ёпта. Точно амфибия, помнишь, был фильм «Крепкий орешек советский»? Женя, гондонь его, мать твою! Молодец. Шикарно, Женечка, ты бабушку заставил кричать, как, блядь, демонш. Бабушка, я стрелять не могу. Кого это ебёт, внучок? Давай, поехали. Так, хорошо. Так, я, конечно... Взяли курс на Турцию. Поедем, отдохнем, хотя бы загоришь. А то как брын заходишь. Вон они, смотри, вон они, вон они! Слушай, эта херь не пробивает. Никуда прыгай, она непробиваемая вообще. Ты не пробивай. Сука. Все там пробиваемое. Ни хрена. Ни хрена не пробивается, давай. Слушай, я иду к вам тогда. Гандоня. СТПшечка. А почему так, я могу сесть? А я уже выбежал. Сел. Она непробиваемая, действительно, это хорошо. На, сука. На нас навелись. Давай, взрывай. А, я его горелкой ебану. Давай, блин, сука, на. Не получилось. Нас успели рвануть, короче. Ми 28, чертов меня. Взорвал. Ми 28? Да, детка, это Ми-28, он меня взорвал. Да, хорошо. Так, где ты есть? Сейчас я... Давай вертухи, а не, вертуху не надо. Где ты есть вообще? Кстати, давай на вертухи. Давай на вертухи. Вот, юхэ... Ох, твою мать, вот это вертушка на 5 человек. Давай, садись. Я-то сел уже. Сел, я за пулемет. Бля, я лечу, какого хуя? Я не знал же, ёпта. Хорошо, ребят. Брейн, привет. Хаюшка. Брейн, я тебе верю, давай, Брейн. Бабуля, ща долетим, ща все будет, ёпта. Давай, Брейн, ща долетать. Все хорошо, поехали. Держитесь, внучары, лечи меня, блядь, куда ты выпал, твою налево. За пулеметом давай, чувак тебя лечит. Слушай, а можно прям не... Что ли, нифига себе. Че, можно лечить прямо из вертухи? Да. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, прыгай, твою мать. Живы все остались. Получил щи, короче. Где ты? А что ты на той стороне делаешь? Давай сюда. Жень, давай на фоне остатка. Да. Это было эпич. Нас планки разорвал, представляешь? Нас жестко поимели в попец. Эквилибриум нас поимел, да, наш. Он не дал нам зафоткаться, да, на фоне такого экспоната. И как ТПшки зафоткаться, да? Боже мой, какой ужас. Я еще раз оказался в этой цитадели зла. Давай. Я думаю, что надо, Федя, надо. Давай, лети. О, не надо, у меня есть дымка. Гори, моя звезда. Светом озаренная. А умеешь так, умеешь, а? Так не умеешь точно. Запрос ремонта, Женя, лечи, пожалуйста, мы сейчас... А я не могу с пулеметом. Вот это было, конечно... Эпично. Фейлануто. А в чем я виноват? Меня снял Ми-28. Все нормально, все нормально. Я еще раз, Женя, дальше, давай. Нормально. Все нормально, все хорошо. Хорошо, попытка номер 3. Полетели. Давай.
А я могу стрелять? Я не могу стрелять. Этот пассажирский, типа, знаешь, я только летчик, хули. Я, das ist fantastisch, я буду стрелять. Он дебант, короче говоря, мы летели, летели, проблем не знали, так. А я могу сделать пике, пике, пике! А я живой. Че, пике не получилось, да? Че это такое? Быдлачок. Это упаковка от китайской лапши. Меня назвали быдлаком, короче, быдлак прописали. А, это не ты со мной там плаваешь, да? Я сейчас к тебе приду. Потом я, смотри, плаваю. А вот вы где, ёпта. Дуй. Хорошо, братки, давайте. Папка вертолет похерил, значит, как-то без него уж. Пешочка. Вон он, Женя, вон он. Гондони, молодите мои. Пропишите ему свинца промеж глаз. Он донь, его сын мой, он донь. Он донь, сука, он донь. Меня вальнул. Святая Джигуру, да. Кто тебя вальнул? Как он посмел, падло? Йомасу. Йомаха. Йомасу. Меня тоже бил. Я, скорее всего, тебе в рот насу. Фу, дядя Женя, вы что такое говорите? Вас же маленькие дети слушать могут. Фиг с ним. Точно. Маленькие дети в любом случае вырастут рано или поздно. Да, поэтому какая разница? Какая разница? Смотри, какая... Большая задница. Куда ты полез без меня? Я на вертушечку пошел. Давай. Есть вертушечка? Истребитель есть! Там только на одно место. Да как так-то? Там два. Вертолет. Поверь, папка знает. Он уже летал, горький опыт уже есть определенно. Полетели, твою мать. Давай, да, конечно. Ты говоришь, Язов, это было, Лежа, это был такой фейл, когда ты летал в прошлый раз. Тут мы сели. И началась наша незабываемая история, и да? Я попытка номер два, давай, садись. Без проблем, детка, без проблем. Ой, я за пулеметом, ты знаешь? Я за пулеметом, Женя, а ты летай. Я летаю, ты, давай. Ты, главное, хорошо? Летай, а я буду андонить их всех. Давай. Он донь его, сударь, он донь. Он донь ее, его как могу. Как истинный старовер, он донь. Стопэшка, блядь. Это было, что это было, твою мать? Нас охавок подорвал. Рахавный хавок. А хавок тупо подорвал. Давай я в этом опять же. Еще раз, полети. Присаживайся к нам. Ты сел? Нихера ты не сел, сей, давай садись. Он кемперит просто, этот хавок. Давай садись, твою мать, где ты? Я иду. Быстрее, Жень. 3 секунды. Ча, братю, все, полетели, ёпта. Я хренная пати будь. Я буду лечить, давай, всех. Давай, лечи. Блять. Стреляйте, ребят, стреляйте. На нас навелись. Нам кирдык. Ничего, я дымку кинул. Безысходность, детка. Это безысходность. Сейчас, подожди. Сейчас, не ссы, компот, не поднимай там волны, сейчас долетим. Тихо, не ссы в компот. Падайте, ребята, сейчас взорвемся. Прыгай. Я в этой, в зоне отчуждения. Надо валить отсюда. Ребят, стопы. Да. Ох, твою мать. Чё ты светишь меня, мессия? Побежали. Орел светит тебе в глаза. Орел судьбы осветил путь мой. Я очень святой. И мне кажется, что нужно двигаться вот этой дорогой. Двигаться, но я... Чуть не помер я, скрутившись с гор. О, машина, смотри какая. Давай сядем в этот автомобиль. Шо, давай вражеский. Садись. Флажочек захватим, да? Уехали. Подожди, флажочек надо захватить. Хорошо, давай захватим. О, чечки на дороге не валяются, надо забрать. Чечки захватили, можно двигаться дальше. Еще не захватили. Хорошо. Флаг что-то медленно поднимается. Что-то очень надо медленно. Выезжай уже приблизительно, да. Так, едем. Что за труба? Хер его знает. Бля. Что такое, да? Так, ладушки. Бля, вон он, кондонь его. Падай. Тихо. Стопэ, ребят. Куда-то. Да, я его убил, потому что выбежал уже. Да? Надо было гондонить его. Алтишок дали? Угу.
Шок, шок, полтисок. Остановка. Куда ты стреляет? Ох ты, блядь, ё, все, меня сняли. Тоже выни. М416 меня выни. А вон он внутри сидел, да, по ходу дела? Ну ты не представляешь себе. Меня сняли как дешевую проститутку просто. Как дешевую французскую шлюху, да, Жень? Да. Просто взяли и сняли. Я не ожидал такого конца. Я понимаю. Так, смотри, это херь плавающая. Мне она так доставила, она еще и плавает. Отдай мою прелесть, сука. Давай на лодке лучше. Давай на лодке. А кто к нам привязался? Кто это такой вообще? Садись, присаживайся. Уже? А, хули я в заднице? Я не вижу, что я в заднице. Давай на другую. Прикрываешь попец. Попец, я бы хотел, конечно. Давай я за вами буду прям. Езжай, 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 езжай. О, что произошло? Меня выкинуло вообще в говно просто куда-то. Ребят, в темпе. Я сел. Блядский вертолет. Давай. Надо работать, блядь. На заводе, ёпта. Надо работать. Надо работать. Пахать и вкалывать, как негр. Что он делает? Он взорвался, все. Он взорвался, папка этот, все. Ох, папка, что ж ты делаешь, папашка? Заспанился, пожалуйста. Что такое матрак? А, амтрак он называется. В отроке твоем заспаунюсь я, да? Давай матрак. Я буду тихирью управлять. Давай матрак заспаунись. Давайте, господа, бояре, мы начинаем наше морское путешествие. Как эта карта называется? Как эта карта называется? Остров Харк или как? Я уже забыл. Нет, контейнера какие-то сейчас. Каналы? Каналы этого херша? Пристань какая-то. А, пристань. Ну, неважно, господа, мы с вами направляемся прямиком на поле боя. Двигаемся дальше. Неторопливое наше корыто умеет не только плыть, но еще и ездить. Да. Это главный плюс. Верно подмечено. Вон, он правильно стреляет, чувак. Давай. Бля, смотри, как мы много везем. Трофим Дид с нами играет. Дид, офигенно. Арсен Трофим Дид. Это как Роман Трахтенберг, то же самое. Арсен Трофим Дид. И прикинь, чувачок взорвал. И да? Получил 4 или 5 килов сразу же. Да, красавчик просто взял и в хламинос. Просто потому, что эта поеботина быстрее не может. Да. Она не приспособлена к таким скоростям. Вот это жалко, вот это печально. Жалко, это у пчелки в попке. Да-да, это понятное дело. Да, есть такое дело, есть. Есть такое дело. И да. Так, ну что, давай вот сюда выезжай, куда ты поехал дальше? А. Дальше судно, бля. Все. Станция Петушки, хватай мешки. Все, нас загандыжили. Надо сделать перерыв, я думаю. Да, все, заканчиваем. Делаем тут перерывчик и продолжим уже в следующий. Да. Все, друзья, пока.